Всем крепкого здоровьица! С вами Егор, и сегодня я подобрал для вас три особенности, которые отличают мышление программиста от мышления обычного человека. Программист! Первое. Цикличность действий. Программист, когда выполняет какое-то дело, думает следующей конструкцией. Представим, если бы Золушка была программистом. Пока не будет отсортирована греча от зерна, нужно выполнять следующее. Осмотреть каждое зернышко и выделить из него либо гречу, либо пшено. Переведу на язык программиста. While греча отдельно and пшено отдельно. Дальше идет тело цикла. Выполнять вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И после чего мы закрываем цикл. Второе. Программист думает условиями. Рассмотрим пример из реальной жизни. Идет парень-программист по улице, видит красивую девушку и думает, надо познакомиться. Как же это будет выглядеть в голове программиста? If свойство девушки равно красивая, do begin. Подойти, познакомиться. Else пройти мимо. And точка запятой. Поясняю для обычных людей. Если девушка красивая, то подойти познакомиться. Если это какая-то некрасивая девушка, жируха какая-нибудь, например, то пройти мимо. Третье. Программист использует универсальные команды. То есть он старается максимально упростить свою жизнь, сделать из нее более легкую конфетку. То бишь программист думает так. Для этого нужно сделать то-то. Для другого нужно выполнить действие раз, два, три, четыре раза. И по итогу я получу что-то другое. Он разбивает свои действия на мелкие шажочки. На мелкие действия. Обобщим. В каждом из нас живет маленький программист, который что-либо упрощает. Если он усложняет, то это, наверное, какой-то иной вид существа. Угу. Ничего плохого в мышлении программиста я не вижу. А кто будет писать, ну это же системно, то предложите свою методику мышления. И, возможно, тогда я верну свои слова обратно. Всем пока!